Всех с праздниками, спасибо большое, что пришли. Мы начинаем. Для начала я хочу, чтобы выступила моя подруга, девушка, с которой недавно познакомилась, Алина. Алина Нечапуренко и Арнольд Манекян. Прошу на сцену. Небо на мятый карниз, чтобы близкого просто найти идиота по ступеням дней. Ты спускаешься вниз, затаив дыхание, груз свисает с ресниц, в лихорадке ускользающих лиц. Не постигнуть высоты душевного полета, а так много хотелось в зрачки рассказать и дойти до приятного пота средь прохожих, по переулкам гнать и искать тебя по сторонам, страдать. Мое время проходит, былая стать. Ни одного похожего идиота. И каждое утро небо стучит по вискам этим скрежетом по металлу, какофония бьет по ушам, и, добираясь до одеяла, режет слух, пропадающий по ночам в звуках застенного фортепиано. Столько мощи в осенних ветрах, что молись, не молись, это гонка когда-то задушит. Я прошу тебя, остановись и к вечерней листве прислушайся, что нашепчет про новую жизнь, про потери и цветов и видания. Предрассветный чистейший мотив зазвучит громче тысячи птиц о врожденных пороках и падении ниц, о сохранности твердого духа в скитаниях. И небо будет падать каждый раз, когда сомнения вверх берут над верой. Для заболевшего, уставшего творца ты должен воспитать в себе борца за идеалы, даже пусть и всей вселенной. А если честно, хватит нежной доброты к несчастным мира, погруженного в туманы. Чтобы увидеть необузданные дали, достаточно зажечь свечу и поднести к окну, чтобы почувствовать, как мы хороним тишину, и осознать, что мы безумно опоздали. Ведь этот век грозит бессмысленной тоской не потерявшегося, а потерянного поколения. Как будто вновь вернулись лет на 100, и продолжается привычное падение. Но выдержат лишь плечи тех, чьи головы наполнены переживанием, как следствие содействием и искренним влиянием. Пусть цель изменить ход мысли или общественный локомотив остановить, и даже просто незнакомцу дверь открыть или удержать соседа от бездумного насилия. Твой вклад неизмерим масштабом совершенных дел, основан он на светлом побуждении. Ты приготовься, что наступит день, когда с утра проснешься не в постели. Вздохнешь свободно и от удивления, что больше никаких ступенек вниз и делать ничего уже не нужно. Ты с облаков сумеешь неожиданно узреть, что и есть дошедший до полного идиотизма. Тогда и сменится металлозвук на фа-минор размеренного баха. Ты сможешь скромно улыбнуться, подмигнуть, что наконец-то небо обошлось без краха. И стая гордых перелетных птиц, стремительно взмывая, возрождает то, за что хотелось жизнь в награду подарить тому, кого ты смог взрастить, простому человеку, как и ты, кто будет по родной земле ходить, продолжив битву за идею. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Мне буквально пару слов. Это первое выступление, да, на такой прекрасной незнакомой публике. Мне хотелось бы сказать для начала с Новым годом и Рождеством, поздравить вас.
и поблагодарить Иру за такую прекрасную возможность и представить замечательного музыканта, потрясающего композитора, просто моего хорошего друга Арнольда Манукяна.